Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу вас пригласить на нашу очередную сессию «Амбулаторный прием» в Москве 16 марта. В том же месте, где мы уже в течение 23 года проводили наши сессии. По вашим отзывам, вам очень все нравится, и место, и программа. Ну и мы стараемся в этот раз сделать так же. Это Согласие Холл, проспект Мира, дом 36. Огромная программа. Ну, вы знаете, что все наши сессии мы чему-то посвящаем, потому что место, которое мы проводим и нашу встречу с вами, оно необычно. Там много достопримечательностей, в том числе и странноприимный дом, на базе которого находится сегодня Институт Склифосовского. Об этом мы с вами поговорим. Мы много раз с вами обсуждали правила формулировки и постановки диагноза. На сей раз мы поговорим о лечении. Разновидностей лечений огромное количество. Постараемся понятно и внятно это вам рассказать. Мы посмотрим с вами юридические права пациента и врача. Мы посмотрим на новые возможности фармакотерапии. Мы представим новую программу «Методический квартет». Интрига в самом названии. Приходите, послушайте, это будет интересно. Ну и, как всегда, у нас будет театр с очень интересной постановкой. Словом, все необычно, все интересно, все креативно. 16 марта, Согласие Холл, Москва, амбулаторный прием.